Домашние кошки являются воплощением настоящего уюта. Во время поглаживания кота у людей снижается уровень кровяного давления, и стресс медленно отступает. Однако данная процедура имеет определенные тонкости. И чтобы доставлять удовольствие своему любимцу во время поглаживания, стоит помнить о некоторых важных вещах. С вами Глеб из Pet Shop.ru, и сегодня мы постараемся разобраться, как правильно стоит гладить кошку. Первое, что стоит учитывать, это то, что кошечку стоит гладить только тогда, когда она этого хочет. Многие животные не расположены к длительным ласкам и забвенно лежат у вас на коленях только первые 5-10 минут, после чего кот может начать кусаться и уходить. Не стоит силой усаживать своего любимца на колени и пытаться наглаживать. Когда он соскучится, он обязательно вернется и вновь укутает вас своим теплом. Увы, но котейки настоящие эгоисты. Вы должны были понимать, на что идете, когда выбирали между собакой и кошкой. Прежде чем начать гладить своего любимца, протяните руку к его носу. Пусть вначале обнюхает. С помощью этого вы определите, готов ли кот идти на контакт и хочет ли он в данный момент заботы. Если кот начинает тереться об руку и вовсю обнюхивать ее, то он явно готов идти на контакт и хочет, чтобы его погладили. Если же котейка совершенно не реагирует на вас, то стоит оставить ласки на другой раз. Теперь же давайте рассмотрим самые приятные зоны поглаживания для вашего кота. Начнем мы, пожалуй, с области на затылке между ушами. Двигайтесь от одного ушка к другому, задерживаясь и массируя области сзади ушей. Начинать следует нежно, наблюдая за реакцией любимца. Также не забывайте про щечки. Многие котейки просто в восторге, когда их медленно поглаживают по ним. Также пройдитесь легкими движениями по подбородку, а после прикоснитесь к шее кошки. Если любимец начнет мурчать и вытягивать шейку, то это явно работает. Поздравляю, у вас фанат шейных поглаживаний. Конечно же, стандарт любых ласк – пройтись вдоль шерсти от шеи по спине. Однако, лучше не трогайте область возле хвоста и не прикасайтесь к самому хвосту. Ведь усатые любимцы не очень любят, когда их трогают в тех местах. Также стоит подметить, что некоторые кошки очень любят, когда им поглаживают лапки и подушечки. Делайте это очень аккуратно, легкими прикосновениями пальцев. Кстати, не забывайте, что кошки не очень любят, когда прикасаются к их животику, поэтому будьте с этим аккуратны. Ну и конечно же, не стоит гладить своих любимцев против шерсти. Если вам понравилось это видео и вы подчерпнули что-то новое для себя, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и жмакните на колокольчик, дабы не пропустить новые выпуски. Любите своих питомцев! С вами был Pet Shop Blog, пока-пока!